И снова здравствуйте. Крупнейшая в мире авиакомпания «Дельта» возвращается в Россию. Правда, случится это весной. Временное отсутствие на российском рынке в авиакомпании объяснили сезонностью рейсов. Часть полетов проходит только в теплое время года. Ранее Delta Airlines заявили о прекращении полетов в Россию. Сегодняшний рейс должен был стать последним. Зимой прошлого года компания уже прекращала летать в Белокаменную. Причина – падение пассажиропотока. Но прошедшей весной перевозчик возобновил работу с Россией в отсутствие американца. Единственным перевозчиком на прямом маршруте Москва-Нью-Йорк останется наш Аэрофлот. Delta Airlines – крупнейшая в мире авиакомпания по трем показателям. Размер флота, объем пассажироперевозок и число пунктов назначения.